это Культ Digital, конференция о цифровых продуктах и коммуникациях. Событие для тех, кто создает цифровые продукты, либо коммуницирует в диджитал-пространстве. Так как эпохи меняются, то есть если у нас раньше там индустриальная эпоха была, потом была другая эпоха, и сейчас у нас время цифровой эпохи. С точки зрения развития поколения нужно понимать, как жить вот в этой новой цифровой эпохе. Сейчас диджитал уже далеко ушел вперед по сравнению с тем, что мы видим в социальных сетях. Просто сейчас уже другой уровень. И надо как-то следовать этим тенденциям всем. Для этого они создаются, эти конференции. Придет эпоха AR-VR, дополненной реальности, виртуальной реальности. Там надо будет уметь продавать, надо будет уметь себя рекламировать, продвигать. Не только себя, я имею в виду компании, организации. Там надо будет научиться жить.